Друзья, всех приветствую вас на своем канале «Деревня в Подмосковье», и меня зовут Алексей. Ну вот, еще один очередной день нашей стройки. И что же было сделано за сегодня? До конца мы обшили наш каркас OSB, и теперь работы на шаг стало меньше. Также покрыли 4 листами нашу крышу, привезли окна, завтра должны привезти двери, и завтра, я думаю, до конца, если все будет нормально и погода будет хорошая, домонтировать крышу, и после чего можно уже будет вставлять двери, можно будет делать сайдинг. То есть остались такие уже формальности. Внутренности я уже, естественно, буду все доделывать сам. Как и чего я буду делать, я вам тоже покажу и чем буду отделывать. Крыльцо у меня будет с небольшим навесом, будет выступать где-то сантиметров на 90 от самого каркаса, чтобы вода не заливала внутрь, и та площадка, которая будет перед дверью, можно было спокойно открывать, и вам на голову не капал дождик. Это, конечно, огромные плюсы, огромные преимущества. Поэтому работа идет полным ходом. Как я сказал, уже осталось совсем чуть-чуть, и крыльцо у меня будет готовое, где можно первое время будет даже посидеть с чашечкой кофе, поставить небольшой столик, стул, и в ту погоду, когда будут идти дожди, посидеть за компьютером, подумать, что же можно здесь такого еще запланировать. Ну а вам большое спасибо, что посмотрели мое видео. Подписывайтесь на канал, не забываем делиться с друзьями в соцсетях, ставим палец вверх. Всем пока!